Хочу хомяка. Ну, за ним надо следить, играть с ним, ухаживать, кормить, поить, менять воду, чистить за ним. Ну, тогда хочу быть хомяком. Хоббит, мой отшельник, купил пакет с молоком и читает, открывает здесь. И думает, а почему это какой-то пакет с молоком думает, что может со мной командовать? Блондинка звонит в 4 часа утра хоббиту-отшельнику. «Приветик, ты встал?» Хоббит-отшельник отвечает, «Нет, еще». Блондинка спрашивает, «А что делаешь?» «Раньше за мной бегали девушки, а потом я перестал у них отбирать сумки». «Вот, говорят, автоледи, автоледи. А почему никогда не говорят автолорд?» Опытным путем установлено, что если посуда немытая лежала 3-4 дня, может пролежать еще неделю. Блоха, подкованная левшой, является первейшим примером лоскистских нанотехнологий. Никому не видно, никому не нужно. Хочется сломать стереотип, что деревенские бухают, только не на своем примере. От зарплаты почему парадокс. Почему-то от зарплаты до зарплаты ощущение, что целая вечность. А вот квитанции до квитанции, как будто день пролетел. Существует два способа не захмелеть. Первый – легкий способ. Усилием воли внушить себе, что не захмелеешь. Второй – тяжелый, почти невозможный. Отказаться от предлагаемого напитка. Доктор, но вы же в медвузе принимали клятву Гиппократа? О, в медвузе я много чего принимал. Судя по тому, что едят горожане на даче, выращивают они там только шашлык. Не все люди имеют способность говорить «нет». Этим часто пользуются в ЗАГСе. Все девушки находят себе порядочного мужика. Просто у некоторых так просто порядочный мужик, а у других порядочная скотина. Постричься на лысо – это экономия времени на расчесывание, а также не надо смотреть на зеркало – экономия отражений. Одна девушка забыла выложить в соцсетях фотографии, как она отдыхала летом. Считай, что не ездила. Приближался Новый год. У маленького Вовочки, родители которого заядлые грибники, спросили, а что у нас под елочкой обычно? Вовочка говорит, маслята. Маленький Вовочка ругает мать. Ты что мне родила, чтобы любить или или для того, чтобы помогал собирать игрушки? Вытащил старик сеть из моря. Вышла сеть с травою морскую. Покурил где травки, и пошло, и поехало. И рыбы говорят, и желание исполняется. Пересидел в интернете, это значит, если выйдешь на улицу, куда ни глянешь, все кругом друзья друзей. Челябинские занавески столь суровые, что являются несущей конструкцией. Подписываемся, кликаем на колокольчик.